Быстренько, быстренько, без... Засекаем тогда. Ой, пардон. Что по бафам слава паладина? Особенно магу до фіга вообще. Целый один маг. Предлагаю, ну, мобов зацепить. ДКшки пусть притянут. То базу. Он. На нуба. Не пошарил, ну. Может, на ренегатов не распространяется. Когда боссы будем бить, полукругом рассветитесь, то повышенно в одном месте стоим. Полукругом. Там. У меня уже достаточно таких предметов.
А у меня таланты сейчас в КД, ну не таланты, звездопад и раса была в КД с пула. Сейчас никто не весит его бомбстрэш. Зайди его на туда маленький. Сейчас лут распределяют через ЕПЗП лутмастер. Кто в Диси не был, включайте, иначе лишь мод останется. Сколько с 25-ки ОД дается с босса? 20, кажется. Ой, что? Не помню. Мастер. Зайдете в Discord. В Discord есть канал текстовый. Называется «Для новичков».
Куда Войт скинул папку? ЕПГП Лутмастер. Архив. Тремя папками. Эти папки закидывайте в свои аддоны. Перезагружайте игру. Заходите и в окне персонажа, выбора персонажа, включайте их. И напротив устаревшей ставите галочку. Понятно? И тогда заходите в рейд. Сейчас пока что не распределяю, вот, раз там прилогился. Все стены не АФКшены, расчистены. Не могу проходить тут зеленка. Этот масса круг дал, да? Куда они кидались? Раз, два. Привет. Там был такой 13-е плечи с меня отпустили с постой. Вот хорошо. Везде, в каждом обеих. Мобах. Ретриков Неаполь, нет? Нет. Ну, хрен знает, я на первом боссе, как ты первым оказался. Плечи. Давайте пока все там скачивают, я смотрю. Давайте еще трэш почистим. Как вам идея? Ну, мы сейчас каждого будем ждать. Там еще шея. Вот, ты видишь чат? Ну, кстати, по поводу ЕПГП, то сейчас, если мы, получается, к гильдии присоединились, у нас сейчас ЕП0, верно? Да. Если... Говори, да будет ЕП. Выкинула. Ты мне объяснишь, что делать надо. Хилишь, просто хилишь. Тут будут ливень, огненный дождь, как у локов. Кастоваться. Ну, я не буду сказать. Ты спросил у Азраила. Мне Слава не доверяет. Убейте их во имя господина.
Скажи, кто кидает сало? Может, чувак видел, какая он, да. Пока что не бейте трэш. Дайте нагреть. И не надо сразу вливаться. Сзади трэш. У меня в банке лежит. Трэш сзади.
Одну десятку и базу еще сходил. Сходили Nax OS плюс 2 ОКО. Этой Насте. Пусть она. Что там? На фоне? Акция режим розы называется. Хотя для 20 льды я тут дала. Вы можете в общем собираться. Что тут? Нет, слава, на, нахуй не надо. Убей мне ГП. Шлакованная. Чего? Так, бля, я с Настей наравне хилю, чё ты тут ля-ля? Таких нет скиллов. Омоложение. Восстановление. Устранение диспел, яда. Диспел бы сказал, что яда. Декурсив и вешает сам по себе. Введение он убирает сам. Ты да, приведёшь тогда, чтобы от метров далеко не бегать, то мы далеко остановимся. Говорю, ничем нужно подводить там боссы поближе, чтобы те, кто бежал, допустим, силы, ну, в этот поход закинул нас, чтобы мы не бежали до... Какой раз третий? И да, Сари, чё-то я не вижу устранения яда по КД. Вот сейчас вижу, сейчас вижу. Thank you.
сейчас. Был. А кто-то кидал заранее. Я кинул. Нашли. Бежим сразу. Кто посмел вторгнуться в мои владения? Не мог, или тринки топ убил? Нет, нет, нет. Мерз, сбежим. Секунд 20, типа того, да. В ретрике пал наш, который, в ассо. Который, типа, там должен быть. Он без микрофона, он. У него танк мейн. Там можно что-то типа стожать, да, получается? Да. Ну, у меня 0 ЕП. Ну да. Это мимо уже, которая КД. Ну, у меня синяя тринка. Единственное, что осталось синее, это тринка. Кошка мурка же выше поприла. Кстати, да. Все назад, все назад, у нас минус 2 сейчас. Ману резать.
Слушай, а кому шею? Кому шею отдали вот это, которая вначале выпала? Не отдали. Ну, может, вот это? Она на мага. Нет, еще. Андрай. Что там, Хайк вылез? Или что? Да, вот это. Вот это. Можно, пожалуйста, если не. Да. Спасибо. А у льда вообще в планах какая-то есть по РТ именно? Конечно. Ну, имеется в виду, типа, на выходных на этих или когда? Понял. Не услышал, видимо. Сейчас аддон аддон устанавливаю. Да, а чё мы сидим? Давайте трэш пойдем чистить дальше. В другом квартале почистим. Это вот. Смотри, у меня установлены, но сейчас что-то не показывают. Ты сам розыгрыш, как раньше. Или ты не разыгрываешь? Вау. Нет, они не видят. Вижу только я и ты. Я настрою. Мельки, ну, красавчики. Не было, что я не лэп зашел. Ну, надо просить сальни. Бесплатно. Есть, надо. Хаек писал, что ему надо уйти. Надолго? Несерьезно.
Приветка дает всем-ка? Приветка дает? У меня гниблич почти 7000 дает. Мне МК не хватает, был бы на мне МК, сейчас было бы больше. Я также тут. А на ком, кстати, МК сейчас? На гнидыче? Да там все куплено уже, холипал не дает подлинны. Я понял. Да-да-да. Гнидыч продал себя. Сейчас посмотрим по бафу. Не, на нем, кажется, нету. Ой, да ладно. Шуахилы, ну не хилы, обычные рядовые, да? С аддоном чего-то. Ты насчет, если ЕПГП, у меня аддон стоит. Я обнов спек, если никому не нужно, взял на AirDrew. Но если кому-то нужно. Конечно, охуенно. Ты чё? Меткость, лол. Но у меня ЕП нет, я так просто тыкаю в холостую, так что. Вот там. Вижен снит. Да тут каждый шмот пылесосит, ты чё? Да. Второму ханту еще лучше пою. Еще больше. Давайте трэш. Сейчас Тагар всех приведет. Вместе с Клипсой. Только сразу не бейте. Только зашел. Он до этого. Зашел. Ну что, давай суманешь уже бронелоба. Давай, окей. Скажешь.
Что, дед ливнул в гильдии, да, Слава? Он АФК. Да, ливнул. А чё? Ну, дед. Блядь, а? И чё, как успехи у него там? Войт, он как ты в легендах, потому что он там, кажется, РЛ в пипедах или где. Поэтому, может, тут типа в онлайне, а где-то там РЛ, понятно? Лек. 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 У каждого номер телефона буду просить. Ставлю, ставлю. Кого фиг, кого сумоним? Максуса, да? Как называется рейд? О, господи, аддон. Хилбот просто таргет выделить нельзя. Ну, либо же не знаю как. Можно, я тебе объясню потом. Иди спалит. Он тактику, может, не знает. Не надо тут диспелить. Просто хиль. Бронелоп выбегает с рейда. Еще дальше. Все, выбегай оттуда. Я хилила его. Выйдите с лужи. Кто в луже стоит? Вы не видите лужу? Аздраил. Лучше отходите. Еще дальше это нет. Чуть дальше отведи, там уже близко. Двадцать метров. Да-да-да-да. Беги обратно.
Смотри, к луже стоит. Глаза открывай. Рога вышел. Все. Иди обратно. Азраил тоже в луже стоит. Сарик. Сарик назад. Дариус Ахиль, Честерс. Пантер. Все, беги обратно. Бармалюга. Сам себя здесь спалишь. Выйдешь. Ты Тагариуса хилишь? Баста. Красавчик. Убегай. Да? Нет. На уклонение? Нет. Это он отсутствует до сих пор. Потом и двадцатки. Ну, ты подожди, стоп. Она мне не нужна, Слава. Смотри, у меня 200, у меня дырка стоит и плюс скорости 35, а в этой 213 ИВЛ и скорости 28. Зачем она мне надо? Да, я отдам. Хорошо. Если я говорю пас, то мне она не надо, Слава. Да. На распыл. Ретрику на двуруч зачаровывать что лучше? Резню или свирепость? Может, Берса? Не выходит. Сейчас с четырех сторон выходит.
С двух сторон выходит. Лег еще 10-20 минут, пусть будет и свободен будет. Да. Я ловушек не вижу. Ты думаешь, они... Можете не дамажить там. Просто кайтите. Затаунтите и бегайте. Водите. Забери с меня. Ну что вы творите? Что происходит? Можешь сходить ревет бреснуть, это Хантер ловушки ставил. Вармалюга, иди сюда быстро. Вармалюга. Тотем ставь оков земли. Бронелоб, так не делают. Тут еще будут мобы появляться, их тоже таунтить и вводите точно так же. Не слакайте. Ну бейте, бейте. Ты их должен водить, слушай, танк, ты должен их водить, чтобы они бегали по белой луже. Я знаю, я на них оковы кидаю тоже. Если даже не положишь, они сразу замедлены. Хан, Зарик, ты чё, АФК? Ловушку. Ты должен ударить, а он заберет тебя, затаунтит. Иначе моб побежит к боссу и отхилит его. Если моб убивает, то у него стреляет, просто убегает. Все, все, теперь он за тебя затаунтит с тебя. Шо, вот, я тут тоже, да? Смотрит, бегает. Ловушку, ловушку. Угами, у меня голова будет.
ловушку. Ловушку. Не надо. Сюда, так сюда, веди, видишь? Одного затамьтесь и отвлекающий выстрел нажми. Одного кто-нибудь там стопадните, откиньте. Остальных... Флоу забрать. И бегай так по кругу. Пушку обновляй. Посадку. Еще один флоу. Найс. Добейте, добейте. А мобы еще идут. Не дожал. Вот теперь смотри, кто не бил из ДД, у кого нет даже урона. По зомби просто ГП влепи. Да. Да, уже давно я с самого начала его повесил. Все, стоп хил. Сколько? Умираем, да? Сейчас я линкану, у меня есть вкус. Не сказали бить, никто из ДД не бил. На второй раз не сказали, ничего, никакого кала не было. Ничего не надо знать. Вы видите, что зомби проходит с лоу хп. Почему нельзя повернуться и убить? Это же вайб. Вам важнее ДПС? Да, в общем... Просто объяснить, может быть, достаточно будет. Истребление у мобов по дефолту 400 тысяч хп, убивать их смысла нет. После истребления всем уменьшается хп, включительно тех мобов, которые там ходят. У них становится типа 50 тысяч хп или около того. И в этот момент их нужно убить. И у вас тоже лоу хп. Я пошел, даже не слышал, что говорили. Ну, может, говорить. Я на втором не слышал, что вы говорили. На первом было. На первом все и начали бить. На втором они как будто потерялись они. Не, я говорю, я, может быть, просто услышал это, но типа я пошел сразу делать, поэтому не запомнил.